Сегодня возобновляется продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России 2018 года. Купить билеты можно в порядке очереди на сайте FIFA в режиме реального времени. Доступны все матчи, кроме финальной игры и встречи Аргентина-Исландия. Этот этап продаж продлится до 3 апреля. Как рассказали в Международной федерации футбола, на чемпионат уже продано более 1 миллиона 300 тысяч билетов. Большая часть, почти 200 тысяч, досталась российским болельщикам. Напомним, мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. В Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей, в том числе игры 1/8 и четвертьфинала. До старта чемпионата мира осталось 93 дня. Первая игра на стадионе Нижний Новгород пройдет 18 июня. Встретятся сборные Швеции и Южной Кореи. Открытие новой арены пройдет уже через месяц. 15 апреля состоится первый тестовый матч. Нижегородский «Олимпиец» сыграет с питерским клубом «Зенит-2». На церемонию открытия стадиона Нижний Новгород планируется направить около 5 миллионов рублей. Средства будут выделены дирекцией по проведению спортивных и зрелищных мероприятий региона. Согласно информации с сайта госзакупок, церемония должна включать в себя театрализованную пролог, протокольную часть, концертную программу и гала-концерт. Итоги конкурса среди претендентов на право проведения церемонии открытия будут подведены 20 марта. Тимур Хакимов, Объективно, ННТВ.